Традиционный биколор – лента цвета дыма и пламени – уже давно стала символом доблести и мужества. Впервые эта акция прошла 10 лет назад. За все это время было распространено более 100 миллионов ленточек. Вот эта маленькая ленточка, лоскуток, он объединяет десятки миллионов в нашей стране. Это связь поколений. Это то, что, наверное, делает нас нацией, что делает нас Россией. Для каждого, кто прикрепил на грудь символ победы, это знак памяти и признательности героям войны. А их в нашем городе становится все меньше и меньше. На сегодняшний день их немногим более 200 человек, а было когда-то 6 тысяч. Поэтому мы не должны забывать. Не случайно в день старта акции «Георгиевская ленточка» в Ангарске произошло еще одно событие. В стену Дворца ветеранов Победы заложили капсулу. В ней два листка. Это послание для молодежи 2045 года от ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан города и сегодняшней молодежи Ангарска. В эти минуты, когда мы составляем вам послание, приближается победный май и 70-летняя годовщина со дня Великой Победы. Вы уже празднуете столетие. И это удивительное и торжественное событие для нашей страны. Мы верим, что вас никогда не коснется война. Мы верим, что будущие поколения будут чтить великую историю нашей страны, но никогда не испытают тех бед и лишений, что выпали на долю их предков. Бережно хранить память о победе, оберегать город, чтить старшее поколение. Эти ценности завещают люди сегодняшнего дня своим потомкам. Из рук в руки капсулу с посланием передают от молодежи к ветеранам. Когда мне станет 43 года, я обещаю всем людям, что я приду на это то же самое место и открою капсулу и прочитаю те строки, которые находятся в этой капсуле. Очень трогательно, радостно присутствовать сегодня при такой знаменательной дате. И в свою очередь обидно за то, что не придется услышать эти слова в 45-м году. Я вам жизнь завещаю, что я больше могу. Завещаю той жизни вам счастливыми быть. И любимой отчизне дальше честно служить. Под аплодисменты зрителей послание было упаковано в специальную капсулу и замуровано в стене. Теперь на этом месте на фасаде здания установлена табличка. В завершении мероприятия всем присутствующим вручили георгиевские ленточки.